Здрасте! Вы на канале Игорька. Привет! Вы сегодня в Игорька лаборатории. Короче, рум-тур я новый участочек примутил, я потом покажу. Значит, сегодня у нас выпуск, блядь. Делаем дымучки за мячные селитры. Сейчас я вам расскажу рецепт. Ось до 50 грамм и 200 грамм. Значит, будем разводить консистенцию. 1:3. Но сегодня мы будем экспериментировать. Так что сейчас кипяточек у нас есть. Сейчас мы берем тазик и погнали. Ёпта, у нас есть горишки, блядь. Принимаем и сдаем горишки, если что. Нахуй, нахуй. Делаем дальше. У нас патриотический тазик. Заливаем горячей водой 1,8 литра. Ну, сами понимаете, блядь, участок. Переехал только, ну, новостройки. Будем помогать. Значит, видите, кипяточек. Оператор, вещь. Оператор, пауза, покулек не развязывается. Короче, ну что сказать, тазик есть, кипяток есть. Меряем. 1:3 на 2 литра, это нам треба 0,5 кило. То бишь, сейчас мы поднимемся, сколько примерно все залазит. С литра свеженько. О, 100 граммово, 100 грамм. 100 грамм раз. 100 грамм два. 100 грамм три. Це на літру. І тепер ще треба стільки. Є. Що ви мілочиться буде? Ох, єбать. Да, його треба це все ділати на дворі, якщо. Оператор, следующий кульок Паул. Йоу. Пошел. Сука, уходим, уходим, бо смердить таке, що лучше робиться на дворі. Так, тепер треба чимось розмішати. Есть. А чо, блядь? Такого ти ніде не буде. Ставь лайк, роби підписочку, делаем ветер. Короче, все, братва, блядь, пес, понюхай, нормально, свежак. Пойдет? Ставь лайк, Сове тоже понравилось, свеженько, свитруха. Бачите, растворилось, то есть нема никаких осадков. Значит, зараз мы будем робити с газетки ветер. Ну все, поехали, по газетку побежали. Все, короче, мочим. Занимательный процесс физический. Ты, когда с литру заливаешь кипяток, оно быстро ее охлаждает. Все, замочуем и идем сушить на нашу горелочку. Короче, братва, подсушились, блядь. Газету не будем показывать, потому что мы беспартийные, нам похуй. Короче, сейчас мы скручиваем. Так, ну давайте для того, чтобы вам было наглядно показано. Де я ізоленту дів? Так, берем чудо ізоленту. Хоч чекс. Кстати, будуть димушки продаватись для поддержания канала. Мінімальна ціна буде 15 гривень. От. Все быстро, зараз покажем, де ми сушимося, що ми робимо. Ви готові? Ха! Бачите, яка реакція? Отлічніше. Ось така реакція. Чуєте, шипить? О! О! Ближче. Ось така реакція має бути. Ну. Зараз вона розгориться хорошо. Це одна скрутка. Ось одна скрутка. Туманчик нормально роздає. Отака одна скрутка буде десь стоїти 10 гривень. Тому так. О-о-о-о. Короче, чітко, бачите? Короче, так що все. Я вам так скажу. Став лайк, роби підписочку. І давай, пітюня. Ха!